Ну-ка. С меня все сделано до мелочей. Погнал. Я же сказал. Все четко, смотрите. Просто. Всех убил. А, это было не распланировано, меня не должны были убить. Ей, всем привет, дорогие друзья. С вами Димас. Подлючка, Угабуга, Гусенек, Форум, Фриз, Пингвинус, Гномик, пацаны, поздоровайтесь. Привет. Алам алейкум, братья. Всем привет. Всем ТВ, Самил ТВ. Здорово. Всем привет. Однако всем здравствуйте. Ребята, сегодня у нас очень крутая рубрика. Пацаны будут защищать бомбу на высоком здании, а я буду пытаться за чужого пробраться на крышу, всех замочить и взорвать бомбу. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Но я, скорее всего, буду веселиться, а пацаны будут сейчас сливаться. А да, Дим. Да, сейчас такой Дима сливает, и он, короче, лоу. Смотрите, пытается с крыши по мне попасть. Кстати, это эпично. А мне нравится, что вы пытаетесь так убить меня. Я услышал где-то в здании. Я его слышу реально. Он прыгает, он ничего не кричит. Да что, мой топот слышно через всю карту? Че за бред? Нет, что-то прыгает. У меня наушники за 3 рубля. Так, ребятушки, ставим лайки, подписываемся на канал. Ролики выходят каждый день. Я упал. Он снизу. Он упал. Ай! Собой. Да блин, да я там каком-то, блин, конченном месте был. О, я на вышке оказался. Я поднимаюсь по вышке, пацаны. Где он? Ой, я на каком-то складе. А где я? А как подняли? Ну что, пацаны, как вы думаете, в ком я? Не в ком. Ты не в ком, не в ком. Ну не во мне точно, я был тогда еще. Ты не в ком, Дима, ты нас байтишь. Реально. Чтобы мы испугались. Мы тебя слышим. Да блин, тут ступеньки жесткие, вообще не подняться никак. Дим, ты думаешь, мы тебя не слышим? Я понял, в ком он. Ай, это вы задрали. Давайте меня липучки поставим. Вот это жестко, они охраняют вышку. А какой у меня есть альтернативный шанс вообще к вам подняться? Это же нереально. Мы тебя мочить собираемся. Да? Никаких шансов нету. Да, ты чё? Ты уверен в том, что шансов нету? Да. А ты в ком? Давай подсказку хоть в ком-то. А тут взрывы. Да у нас байт, да не в ком. Да я в ком-то. Да чё ты врёшь? Да, ты в ком-то. Всё, 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 ладно. Нифига себе, вы там на крыше все засиделись. Вы чё, офигели вообще? А ты чё хотел? Да чё я хотел? Хотел вас замочить. Не, Дим, всё нормально. А что тут всё в огне? Ну я могу это... Отойдите. А это ж нереально вообще зайти, понимаете? Они психи. Поставьте мне на липучки. А, я не могу создавать оружие. Я поставил, но кто-то их взорвал. Ааа, я сгорел! Я поставил, осторожно, пацаны. Ты гений, зачем ты тут подставил? Я опять упал. Не ходите вниз. Да я упал. Я внизу уже. Зачем вы внизу? Он же сейчас убьет. А я уже в башне, я уже поднимаюсь. Да конечно. Ты врёшь. О, лифт! Ё-моё, тут лифт есть. Зачем меня? Алло, это был я. Где? Да он нас байтит. Да ай. Тут лифт есть. Что делаете? А где? А я в метро. А, это не то здание, ё-моё, не в том здании был. О, я его вижу. Я его вижу, он чужой. Поднимается, поднимается. Да я... Так, ну что, вот моя бомба, которую должен взорвать. Ну просто гигантская. Он тут, он где-то тут, невидимый, вон он. Ну что, поехали и кушать. А за маленького я бы никогда в жизни не смог бы, поэтому я взял сразу большого, чтобы было интереснее пацанам. А ты бомбу можешь взорвать? А, так я не проконтролировал. Да я поддался. Да, конечно. Дима, да, мы знаем. Мы тоже поддаемся. Ого, здесь сколько этажей. Так, смотрите, как они меня встречают. Так, двое стоят. Никто выхода не охраняет. Он тут, никто. Я вот слышу. Никто. Подожди, а между этажами есть какие-то еще здания? Между этажами есть эти, да. Ну чё, пацаны, погнали. Пошла жара. Да ты что делаешь через... Да что я делаю? Я просто вас мочу, потому что вы недостойны быть защитниками этой бомбы. А я иду ее взрывать, все, теперь я уже шутки плохи. Кыш отсюда, Дима. Он где-то тут, он невидимый, я его слышу, он невидимый. Да нет, он здесь вот стоит, вот его хвост. А, я понял, что он делает. Что я делаю? Я просто вас крошу, как щенков.
Да вы затрали как... я сильно разозлился. Все, шутки прочь. Куда ты не думал? Ой, это я. А ума вообще именно палата. Он тут! Стреляй! Есть! А у меня не было патронов. Молодцы, пацаны. Ну, кстати, первая защита у вас была довольно-таки ужасная. Я надеюсь, второй раз будет лучше. Кто это сделал? Ну что, раунд номер два. И очень мощная бомба. Очень. А их хаки от них не так. Кто внизу, уходи. Вы молодцы. Я могу объяснить, как бомба взорвалась. Короче. Мне понравилось, как ты подорвал весь город. Это не я, это там человек. Да? Молодцы. Пацаны, ну я надеюсь, вы сейчас классно поступите, в этот раз поумнее будет. Стойте вот тут кто-нибудь. Смотрите, где я. А я бегаю вот внизу. Видите? Я вообще где-то в метро. Ой, косожом, посмотрите. Ну реально, с такого расстояния очень тяжело попасть. Я подался. Да, конечно, расскажешь. Ладно, давайте сразу большого возьмем, раз они такие шутники. Мне интересно, фу. Да что ты меня? Извини. Я не буду в невидимку заходить. Давайте попробуем так пройти. Получится или нет? Ты не сможешь так, Дима. А? Не сможешь. Ты уверен в своих словах? Ты точно? Я уверен. На 100%? На 100. 150. А чё, входы никто не защищает? Я защищаю. Я вот слышу, он где-то тут. Он сейчас появится откуда-то. Ох, боже, ну ладно. Не, ну слился, так слился. Ну что ты хоть... А чё ты расстраиваешься? Нормально же всё. Да ну, не нормально, всё плохо. Ну входы, я его слышу. Он вот тут сейчас был, вот здесь. Я уже всё, приближаюсь. Вам торба, пацаны. Ты, сколько тебе еще кварталов? Он уже тут. А, через дверь. Я просто всех пожираю на своем пути, всех. Через дверь. Кто бы здесь не ходил бы, кто бы здесь не пытался что-то мне сделать. Ты читер. Какой я читер? Я не читер, я просто убийца. Ты сам это говоришь. Ты убийца, ты сквозь потолок убиваешь. Ничего страшного, бывает и огорчи. Молодцы, есть! Кусь у меня запрятал бомбу в этом здании. Я должен ее найти и взорвать. Так что правила это сами пацаны придумали. Поиздеваться надо мной. Да не бегай так быстро. О, вентиляция. Нет. Да. Не. Нифига себе вы психи тут. Уйди от нас. А что вы запрятали? Давайте хотя бы я буду знать, что я большую ищу. Большую бомбу. Большую зеленую бомбу. А, я ее не вижу. Она, короче, в таком красивом белом месте. Вон тут где-то. Только не стреляйте по бомбе, если он идет. Так. Ну все будет красиво, ребят. Я сделаю все по красоте. Это раз. В другую сторону. Смотрите, это просто распланированная идеальная атака. Наблюдайте. Ну-ка. Все сделано до мелочей. Погнал. Я же сказал. Все четко, смотрите. Просто. Из ниоткуда. И отовсюду. Не сможешь скрыться. Всех убил. А, это было не распланировано. Меня не должны были убить. Смотрите, просто по красоте захожу. До бомбы. И зашел. Да это какой-то прикол. Вы что так быстро убиваете меня? Я же должен жить. Это ж Сигма. Так. Давайте на крысу будем играть. Где бомба? Вот бомба у нас. Где лифт? А где лифт? Он стреляй по бомбе, давай, по бомбе, стреляй! Ну! Стреляй! Ну, молодец! Вот! На себе! Да как? Я потерял ушко. Короче, все, давайте, чтобы по-честному было, последняя попытка. Если сейчас у меня получается, выиграю я. Если вы меня убиваете, проиграю я. А можно сказать, где мой лифт? А вы задрали, дайте хоть начать чуть-чуть. Вы сразу мочите. Так, да. Идеальная спланированная атака, еще раз. Теперь я уже учел свои все недостатки. И он тут, я слышу его. Я в метро второй раз потерялся. Где бомба? А бомба пропала. А где бомба? Гусенек, ты что, бомбу удаляешь уже? Нет, она все сидит, нормально. Она там всегда была. То просто он ее активировал. Нет, я не активировал ее. Да, рассказывай. Идите к ней, все просто. Я могу побить ее? А на крысу, да? Он невидимый.
Он не может ее бить. Я не могу ее бить. Он стреляй! Бомбе. Стреляй! Да ты задрал! Я проиграл, получается. Я ж не смог бомбу взорвать. Да. Все. Ой, блин. Ну так бомбу. Да, реально ни разу не попали по бомбе. Да. Вы что, профессионалы? Вообще уже такие четкие. У нас хирургическая работа. Дима, я на бомбу прыгнул, она меня убила. Лучшая команда, которая была у нас по защите бомбы, это именно в этом ролике. Никогда так слажно, четко вы еще не играли. Вот прям классно вообще защищали, бомбу не взрывали, не учитывая там пару раундов косяков. Так все было нормально. Это мы выиграем, это мы выиграем. Если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока.